Всем привет, с вами Марина Кари и программа «Кинозвезда». Сегодня я расскажу, какие фильмы стартуют в кинотеатре «Звезда» с 27 мая. Поехали! Ну, начнем сегодня с фильма «Тихое место 2». Это ужастик с возрастной маркировкой 16+, являющийся прямым продолжением довольно успешного хоррора «Тихое место». Оставшиеся в живых члены семейства пытаются выжить в мире, где любой звук привлекает таинственных чудовищ, уничтоживших уже большую часть человечества и военизированной мощи нашей планеты. К режиссуре вернулся сам Джон Красински, в сценаристах помимо него вновь Скотт Бек и Брайан Вудс. А в числе продюсеров есть знаменитый своими блокбастерами Майкл Бэй, который отметился среди продюсеров других фильмов ужасов, таких как «Уиджи», «Доска дьявола», «Судная ночь», «Нерожденный» и ремейки культовых хоррор-франшиз «Кошмар на улице Вязов» и «Пятница 13». Борющиеся в жестоком мире за свою жизнь семейства Эбботт отправляются в путешествие во внешний мир, так как дома теперь стало небезопасно. В кромешной тишине, стараясь не привлекать внимания таинственных и непонятных монстров, атакующих всех, кто издает какой-либо шум, они вместе двигаются в неизвестность, охраняя и защищая друг друга, заботясь о своих. Но скоро во время своего передвижения по остаткам построек и цивилизаций они осознают, что помимо обилия опасностей и страшных тварей, охотящихся на звук, вокруг могут находиться и другие враги. Смотрите фильм «Тихое место 2» в кинотеатре «Звезда» с 27 мая. Да что с ним такое? Все хорошо, малыш, мы почти на месте. Мам? Да? Куда все бегут? Мам, все в порядке. Да, папа, папа, где, папа, где, папа, где, папа, где, папа, где, где? Мам! О, Боже, мам! Все в порядке, все мама! Хорошо, я вижу, не бойся. Мам! Ума не приложу, зачем вы пришли, но вам здесь не место. Прошу. В мире есть люди, которых надо спасти. Так вы не в курсе? Вот что я скажу. Эти люди... недостойны спасения. Ну а далее у нас идет фильм «Амнезия». Это криминально-остросюжетный боевик, в котором главный герой под неопознанным именем Джон Доу просыпается в больнице, весь в бинтах и не в состоянии вспомнить ни своего прошлого, ни как сюда попал, ни даже кто он вообще такой. Постепенно он выясняет, что полиция считает его пойманным жестоким маньяком, который виновен в смерти многих девушек, и теперь ему предстоит им доказывать свою невиновность, а сделать это будет крайне непросто. Постановщиком триллера стал Александр Черняев, а сюжет сочинила Элана Зельцер. Заявленный хронометраж примерно равен 1,5 часам и составляет 92 минуты, включая титры. Смотрите фильм «Амнезия» в кинотеатре «Звезда» с 27 мая. Как спалось? Сэр, нельзя. ФБР.
Мы пробили номера, машина принадлежит девушке. Аннабель Фарго была обнаружена в багажнике машины, которую вел ты. Когда ты не знаешь, кто ты, никому нельзя доверять. Даже самому себе. Дай подкрепление! Окружная больница в Магнаде! От создателей Хэллоуин 2. Белый худощавый мужчина с ярко-голубыми глазами. Этот психопат чертовски умен, на нем десятки жертв, а мы так и не вышли на его след. В твоей кровати спит самый известный серийный убийца? Он не убивал. Откуда ты знаешь? Он играет с полицией, оставляя подсказки на теле и вокруг жертвы. Это настоящий зверь. Если не виновен, ты сможешь доказать это. А если виновен? Что я сделал? Ты спятил. Помешался на тех девушках. Кто ты такой? Не верю ему. Он опять заманивает нас в ловушку. На землю! На землю! Встал на колени! Джонатан Рис Майерс. У меня информация о маньяке, которого вы ищете. Франческа Иствуд. Его настоящая цель — это мы. Малик Йоба. Она еще жива! Где ты ее спрятал? И Уильям Форсайт. Амнезия. Ну и напоследок у нас фильм «Коп на драйве». Это французский комедийный боевик. По сюжету фильма самый неуклюжий коп в своем подразделении по имени Райан узнает, что ему осталось жить всего 30 дней. Молодой человек решает доказать всем, что он достоин уважения, а заодно впечатлить коллегу Стефани, в которую он влюблен. Правда, он еще не знает, что врач поставил ему диагноз по ошибке. Режиссером фильма выступил Тарек Будали. Сценаристами выступили Тарек Будали, Пьер Дудан и Грегори Ботбол. Смотрите фильм «Коп на драйве» в кинотеатре «Звезда» с 27 мая. Подъезжает машина крысы. Будьте наготове, надо взять дилера. Я послал своих лучших людей. Эдди? Ты кто? Райан, мы живем в одном районе. Уходи отсюда, у нас крупная операция. Черт возьми, кто этот придурок? Мы пришли, чтобы исправить твои косяки. Мы завтра проводим рейд. Полиция! Раз, два, три! Ты что, его упустил? Голова кружится. Черт! Все хорошо. Вы в отличной форме. Ну, пока. Хорошо. Мне очень жаль. Но жить вам осталось недолго. А сколько? 30 дней. Максимум. Итого, с вас причитается 35 евро. Достало быть хорошим. Радуюсь жизни. Determination to conquer all my ambitions despite all the conditions in light of my past decisions. Посмотрим, кто тут босс. Внедримся в сеть и возьмем его с поличным. Хочешь поиграть? Не на того напал. Нет, это моя голосовая. Оставьте сообщение после сигнала. Я это сделал! Ты за это ответишь, Райан. Ну а на этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале Интекс программу «Кинозвезда». С вами была Марина Кари. Всем пока!